Не, покажу вам Brawl Talk 13 сезона полностью на русском языке. Начнем. Да не, ты видишь что-то? Не особо. Тут должен... Ремодрепень должна быть тут. Мы никогда ее не найдем. Ты-то найдешь. Она должна быть тут. Или еще. Ой, извини, Дэнни. Забыла. Добро пожаловать на Brawl Talk. Тут темно, потому что это подводное лето. Это обновление «Морские глубины». Где живет, нужно будет Отис. Отис – это неизвестное существо, обитающее в глубине старпарка. Он любит разрисовывать стены такой-то красками. Сразу с тремя шариками. А супер его — это его друг Свинца Сил. Он кидает его. Он не дает ни использовать гаджет, ни супер, ни атаку 4 секунды. На 70 уровне Brawl Pass вы получите скин Фараотис. А на первом — Акула Кольт. И еще новые патроны скины акул, то есть Коралл Белль, Осьминог Фэнк и Финсал Лиги Почтальон Брок. Ну и потом мы добавим скин, который называется DJZMZ. И у нас будет новый комплект скинов BT21. Это новые герои. И будут Эдгар Тата, Гавс Чимми, Биби Эрджи, Сэнди Коя, Джеки Куки и Буб Манк. И еще забыли Тикшуки. Это... И на них будут отдельные пины. И еще. Оп. У нас теперь будет новый режим охотники. Это как зачистка, только на большой карте. И тот, кто победит игрока, у того будет балл. Надо набрать каждому 6 очков, чтобы победи. Да. И мы сейчас будем делать. И теперь будут квесты клуба. Надо выполнить квест, и в конце недели вы получите сколько-нибудь монет. Там будут квесты. Лига клубов и потом квесты клуба. Потому что всем уже надоело играть в Лигу клубов каждую неделю. В силовой лиге теперь появилась возможность предлагать бойцов. У каждого игрока будет тут вот появляться желтое пятнышко. И дальше у нас сейчас будет кое-что. У нас теперь будет загадочный режим. Там будут любые события на любых картах с любыми модификаторами. И... Пау, можно уже представить? Новая ремодель Пенни. Вот. Пенни, она уплыла от своих друзей.
И вот так поменялось. И у нас еще будут вот такие новые карты на корабле. У Пенни поменялись все карты и звездные силы. Ну, еще. Атакуют на... дальше. Атакуют. Еще. У нас теперь будет испытание Бэтрендомс. Испытание Клэш Рояль. Испытание столкновения. Две штуки. Испытание Броубол. Сразу три подряд. И будет испытание Клэш Рояль. Будет пин. И потом бесплатно будет скин Варвар Бул. И вот видим. А если у вас есть скин, то вы получите кристаллы. А сейчас мы будем разыгрывать для вас скин Осьминог Фэнк, чтобы вы получили его абсолютно бесплатно. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока!